Всем привет! Недавно, совершенно случайно, в одном из строительных магазинов я наткнулся на такой вот интересный набор. Признаться, до этого я не слышал ничего про фирму Бака. Стоимость этого набора составляла 2400 рублей, и я не удержался от его приобретения. Ну, разумеется, это нож и складная пила по дереву. Ножик этот, в принципе, ничем не отличается от знаменитой Моры. В принципе, страна-производитель также Швеция. Нож имеет прорезиненную рукоять, монолитные пластиковые ножны, неплохо фиксируется в них. Заводская заточка ножа просто изумительна. Но до практических испытаний данного ножа и проверки его рыльной кромки я, возможно, как-нибудь вернусь несколько позже. Сегодня же мне больше интересно будет поговорить про пилу. Посмотрев в интернете множество роликов, оказывается, с тестами этой пилы, я был весьма восхищен и не побоюсь назвать эту пилу легендарной. Для того, чтобы ее открыть либо закрыть, нужно нажать на вот эту кнопку. То есть у него есть фиксация и в раскрытом состоянии, и в закрытом. Но для того, чтобы провести практические испытания, как обычно, я предлагаю поменять локацию и перенестись на природу. Сам удивляюсь, как это ловко у меня получается. И вот я с пилой Бака оказался в таком сказочном зимнем лесу. Сегодня, кстати, абсолютно для прикола, я еще взял с собой свой китайский мультитул с пилой, которую я обозревал ранее. Что ж, попробуем попилить. Но видно, что эта пила, к сожалению, не приспособлена для того, чтобы пилить. И теперь пробуем нашу Баку. Это потрясающе. Я действительно сейчас испытал удовольствие от того, что я пилю этой складной пилой вот эту вот еще сырую, как мы видим, сосну. Она справилась просто великолепно. В отличие, к сожалению, от своего китайского собрата. Что же, всем спасибо за просмотр. Всего доброго.